Спасибо, спасибо всем огромное, что болеют за меня и да, даете мне мотивацию двигаться дальше. Большое огромное спасибо. Люблю всех, обнимаю крепко. Хамзат, поздравляю! Спасибо. Это была впечатляющая победа, и я не могу представить, сколько сейчас повылезает критиков. Как ты оцениваешь свое выступление? Я рад. Я рад, что смог его вырубить. Была ли в этом бою какая-то личная неприязнь? Ведь между вами были словесные перепалки и все такое. Ты был зол и хотел что-то доказать? Я всегда злой, когда хочу кого-то вырубить. И, как видите, сегодня я это сделал. Но никакой личной неприязни не было. Это спорт. Необходимо говорить, заставлять противника нервничать. И он нервничал. Я видел это по его глазам, по ним читалось, что он не хочет находиться в клетке. Я увидел это сразу. В двух твоих предыдущих боях ты доминировал в грэплинге. Было ли у тебя желание доказать, что ты умеешь драться и в стойке? Да, ведь все постоянно говорят про Хабиба и считают меня номером два. А я Хамзат. Я могу нокаутировать людей, проводить болевые, размазывать по октагону. Я могу все. Тебе по-прежнему интересен бой против Дэмиана Майя? Никакого неуважения к Дэмиану, ведь он легенда. Но не думаешь ли ты о бое с бойцом, который находится выше в рейтинге? Почему бы и не Майя? Ведь он лучший джитсер в ММА. И если я его остановлю, например, за душу, тогда лучшим джитсером в ММА буду я. Мы увидим. Тебе уже называли дату проведения этого боя? Или... Я пока не знаю. Я говорил Дане, я готов к любому. Если Майя, я буду к этому готов. Если Брок Леснер, я буду готов и к нему. И последний вопрос от меня. Ты перешел в UFC всего пару месяцев назад. Но люди уже говорят о твоем бое за пояс. Как думаешь, ты достоин быть причиной обсуждения подобной темы? Само собой, почему бы и нет? Ради этого я трудился. Я готов. Скажи, а только в одной из двух весовых категорий? В обеих. Хамзат, я слева. У тебя на пути два чемпиона, Адесанья и Усман. Как думаешь, кто из них для тебя наиболее опасен? Если я буду упорно готовиться, никто не опасен. Я остановлю обоих. Это уже твой третий бой в UFC, а ты подписал контракт на 4. Тебе уже дали подписать следующий контракт? Я в этом ни черта не понимаю. Пускай с этим разбирается мой менеджер. Я даже не знаю, сколько мне сейчас заплатят. Я люблю драться и делаю только это. А всем остальным пускай занимаются они. Тебя не разочаровало, что бой закончился так быстро? Или наоборот, рад, что не пришлось затягивать? Я рад. Я всегда рад. Драться. Хамзат, у меня к тебе следующий вопрос. Против кого из рейтинга ты хотел бы подраться после Дэмиана Майя? Например, Кевин Холланд. У вас была перепалка в отеле, и он хочет с тобой подраться. Но с кем бы ты сам хотел подраться после Дэмиана Майя? Кто? Какой Кевин? Кевин Холланд, средневес, которого ты толкнул в отеле. Он хочет боя. Так это же уборщик номеров. Но все же после боя с Дэмианом Майя ты хотел бы боя против Кевина? Погоди, а ты смотрел его предыдущий бой? Видел его бой? Что он сделал? Победил раздельным решением? Я размазываю людей и нокаутирую, а он что? Это не кунг-фу, это реальные бои. Поздравляю с победой. Спасибо. Ну, я опять показал рок-н-ролл.